Полвека в могиле, но все еще будоражит умы современников. Вначале памятник, теперь билборд. Плакат со Сталиным сегодня появился на улице Запорожья. Вот такой плакат с изображением Сталина появился в нашем городе. Таким образом, противники памятника Сталину пытаются добиться его сноса. Сейчас скульптура носит статус предмета декора. Вот пусть и стоит внутри помещения, считают активисты. Я добиваюсь того, чтобы наконец-то власти местные и местная общественность запорожская сказала четкую и ясную позицию по поводу памятнику человеку, который убил миллионы наших соотечественников, в том числе наших предков. И прямо назвала это позорным явлением, которое недостойно того, чтобы находиться в нашем городе. Ранее в Запорожье уже устанавливали билборд с изображением Гитлера, недоумевающим, а почему он не заслужил памятник. Борд провисел около 6 часов, а затем исчез загадочным образом. К этому изображению тоже повышенное внимание. Стоят люди в форме, фотографируют, что-то пишут в блокнотах. Наши просьбы представиться и вопрос, всем ли билбордам милиция уделяет столько внимания, люди в форме проигнорировали.